мама. Доброе утро. За окном солнышко, поют птицы, петухи. И кто-то проснулся, такой десятилетний. С днем рождения! Спасибо. Настюх, у нас маленький совершенно. Мы начнем. Я понимаю. Это просто символичный чуть-чуть подарок. Будешь сегодня красотка. Покажи. На самом деле это футболка с надписью «Мамин характер», которая татухи. Прикольно? Хорошенько? Все, сейчас будет одеваться. Настюха, сегодня долго валяться не получится, потому что очень много дел с утра. Встаем? Каких? Салаты резать! Ну, просто на ней правда написано. Правда, за которую ты от мамки выгребаешь периодически. Да. То, что есть, то есть. С днем рождения. С днем рождения. Какой замечательный день. Не, ну правда, на сегодня обещают. И облака, и дождь. А я радуюсь. Утро доброе. Маме хай. Ну вот это вообще, ну... Ты уже Лору погладила? Да. Ты ей рассказала, что у тебя день рождения? Да. Она что тебе сказала? День рождения, Маша. Ну как могла сказать. Ну да. Уже как хорошо. Вишня расцвела. Какое доброе утро. Настюха родилась в 6:50 утра. Мы в 5:00 поехали в больницу, потому что Дима сказал, тебе уже пора. Он меня поил чаем, начиная с 3:00 ночи. Разговаривал со мной. У меня схватки начались, и такие сразу, через 15 минут, и потом сразу меньше. Дима, он говорит, нет, ты еще соображаешь. Я же вижу, что ты можешь даже таблицу умножения рассказать. Вот пей чаечки. Мне сразу заварил какие-то сократительные чаечки из трав, которые он когда-то у Довлы узнал. Положил мне, мы обнимались, целовались. Я расслаблялась, выдыхала, дремала, просыпалась между этими сумасшедшими всеми схватками. И вот в 5:00 уже начала переодеваться и поняла, что я уже не могу одну штанину одела, вторую не могу. Он говорит, поехали. Но еще не было машины, мы вызвали таксиста. Таксист был седой, потому что было за 12 минут дороги 6 схваток. Мы туда пришли оформляться, они говорят, не-не, пошли пешком на второй этаж. Если мы сейчас застрянем в лифте, никому не будет хорошо. Мы зашли в родзал, и через часочек вот эта вот козюлина родилась. Причем так неожиданно. Ну как неожиданно, 9 месяцев ждали. Ожиданно, но... А еще ты должна была быть Вероникой, но папа думал, за неделю решил, что ты будешь Настей. И когда ты родилась, мы посмотрели на тебя, какая Вероника, ты Настя. Папа начудил. Да? Как классно, что можно проснуться в 7 утра, покататься на качеле, почесать собаку, послушать птиц, правда? Романтика закончилась, начинаются салаты. Что ты? Проснулась, а кошку схватила. На камере? Не знаю, это у них что-то там внутри дрожит, и они дышат так. Наверное. Там дырчалка зашита просто внутрь. А, мотор! Как да. У трактора. Да. Это же в жизни оно слышится, как трактор. Я ей не пускаю ничего с вот такого вот. Чтобы не прыгала с живота. Да. Страшно все равно. Все равно я смотрю передачу про ветеринаров, знаю про это, но все равно страшно. Он меня поздравил с днем рождения. Проснулся, я пришла, этот, к Лоре, а Коля начал рыдать на весь дом. И я такая... Начала тебя орать, а ты не услышала. А ты не услышала, что Коля проснулся? Ну да, далеко же. А я ж тебе орала, что мама, Коля!
Так ты ж тут есть, я там яйца дорезала в салат. Я пришла к нему. Он такой... Зятики. Я рада, что вы друг друга есть. Ты меня поздравила с днем рождения? Не, ну мне очень понравился подарок. Я пошла дорезать салат, и по работе еще куча. А включи нам Барбоскина, Коля, она нудит, что вы будете на Барбоскина. А Димка уезжает, у него репетиция. Взял с собой салат на переднее сиденье, по дороге поест. Кофе попьет в театре, мы тебя очень ждем, Дим, вечером. А ты кофту взял какую-то? У меня куртка есть. Где? Куртка есть, вот она. Оденься, пожалуйста. Да сейчас, подожди, мне вилку важнее, чем куртка. Кто-то приехал. Кто там? Кто там? Кто там? Кто это? Даня с Никитой. Привет! Первые! Привет, кум. Привет. Привет. Колясик, привет. Hello. Привет, Наташка. Ты понимаешь? Пока нет. Паровоз. Боже, какая прелесть. И Даньку обнимай. Что ж ты это? Даня, обнимай. Боже, какой он мягенький. Это же спательный тут. Будем. Боже мой, зайка со скрипкой. Сейчас. Да, второй. Не могу сказать, что ты сильно зайка, но это прелесть. Класс. Огонь. Только положи там повыше в коробочку, хорошо? Чтобы мы ее домой довезли, эту зайку. Следующий транш гостей приехал. Привет. Гостей все больше. Ну, Настя пригласила тех, кого захотела видеть, своих лучших друзей. Да будет так. А я своих. Молодой человек сразу. Лида и за руку. Лида, я давай. Тебя поздравляю. Любовь спасибо моя, большое. Спасибо большое тебе за мою прекрасную дочечку. Спасибо Крёшу. Большое, спасибо. Ой, а что, меняетесь? Тебе спасибо за то, что ты у нас есть, такая крестная мама замечательная. Я хочу, чтобы ты была счастлива, ты талантливая, красивая, замечательная. Пусть у тебя в жизни будет всегда удача и счастье. Это тебе от бабушки Вовы и дедушки Люды. Бабушки Вовы и дедушки Люды. Наоборот, по Фрейду. От дедушки Вовы и бабушки Люды. А это от меня освоить еще один музыкальный инструмент. Калимба. Я сразу увидела. Да. Что это? Да я уже сразу узнала. Калимба. Класса? Я рада очень. Что тебе понравилось? Мой хотела. Ты угадала. Знаю больше, чем она, наверное. Я не знаю, что это. Понятия это не имею. Это повязка в Наруто, знаешь, такие глаза? А у нас другое. У каждого свое, у каждого разное. О, боже. И убегает, главное. Что? А вы бы были довольны, девочки, гуляйтесь. Ага. Вау, такие татушки. Ага. Ты крутая. Стираем. Не пали контору, Настя. Боже мой, девочки! Леся, наши дочери в лучших своих традициях. Ты знаешь эту девочку? Я нет. Бежим отсюда. Боже, как я рада, что мы доехали. Спасибо. Слушай, красота. Марийка, привет. Вы решили прямо на дороге, да, это делать все? Ну, давайте, как есть. О боже! Это вот по кирпичам ездит. Подожди, это не все. Ключики, конечно, видят. Шикарно. Так. Боже, сейчас Настя будет плакать. Коля сейчас придет и упадет в обморок от того, что приехала Полина. Полина упала уже. Боже, покажи. Боже, какая прелесть. Ма, ищу собаку. И собак. Собак. Николай, ты бежишь?
Коля просто влюблен в Полину. Это его любимая женщина. Сейчас посмотрим, что будет. Николай, иди сюда, тебя ждут на улице, быстренько. Колян, быстро. Беги сюда, к тебе кое-кто приехал, смотри. Привет. Ой. Привет. Ой, это надо с... Ты даже не обнимешь Полину? Леся, так выглядит твой зять. Прости, пока что маленький, но він росте. Дорогие родственнички. Спасибо. Полина. Забираем, все, наша, все. До свидания, сваха. Мама. Простите, я нарушу ваш интим. Николай, ты рад видеть Полину? Коля, ты рад? Да. Ты стеснялся? Да, понимаешь? Ну, не знаю, Поля, ты как хочешь, а свадьбу будем гулять через лет 15. Все, Николай вообще, Николай любит Полю, и он сказал, что он женится на ней. Хочет она этого или нет, и какие у нее планы, его, в принципе, это не интересует. Мы в саду детям расстелили вот такое вот добро. Оно достаточно большое. Вытаптывают сад в асфальт. Ну, а что делать? Пусть играются. Артистка кино и театра несет еду. Это тот случай, когда очень жалею, что я не ребенок, и я не сижу на так прекрасно. Мы тоже можем туда пойти к ним, если что. Мне тут очень хорошо, Вася. Я пришла! Вкусная! Подвигайтесь! Подвигайтесь в разные стороны. А по-моему, так. Мне кажется, этих детей каких-то. Так, Лида, держи, я поставлю. Давай. Я уже играю. Подвигайтесь на центр. Приятного аппетита, ребята. Смотрите, открываете вот эту вот коробочку, там вот этот специальный сыр, которым намазывают блины. Выбираете себе любую начинку, выкладываете на блин, заворачиваете и кушаете. Понятно? Тарелочек должно хватить на всех. Аккуратно. Боже, как классно. Слушай, пикник в саду под цветущими деревьями. Слушай, как ты выгодно родила? Вообще огонь. В самое красивое время. Ну? Подгадала. По-моему, шикарно. Пускай гуляются. Мы им нафиг не нужны. Мы сейчас сами попьем кофе с Лесей, с Лидой и начнем делать квест. Нам надо все зарядить на территории, потому что, чтобы получить торт, надо очень хорошо постараться. Просто так у нас торты не выдают. А у нас все, мы накрыли стол взрослый. Еда. Мы с тобой худышки. Спасибо за эту возможность. Благодарю. Сейчас забрала тарелку. Ну, Лес, все так. Я сушила этого зверя, картофанчик. Ты знаешь, что нельзя есть. Мамины блины. Короче говоря, все, можно есть. Можно, можно. Все, налетает. Блогер снял, можно кушать. Приятного аппетита. Вон вилки посередине. Привлечь себе внимание еще, да, конечно, все. Все, сейчас мы быстро покушаем и пойдем заниматься квестом. Я еще не дошла до Голливуда. Голливуд уже снимает давно. Толстых, пьяных, старых, любых. Нам только в Голливуд. Мы готовы, Леся, мы готовы. Голливуд мы порвем. Я знаю. Насте Лида подарила... Калимбу. Калимбу. Это такой музыкальный инструмент. Смотри, калимба. Я еще буду подбирать Гарри Поттера. А пока что... Пираты Карибского моря. Сейчас... Повесили колокольчики. Тут надо так пройти, чтобы не зазвенело. Это одна из локаций. Сейчас пока готовим следующую. Здесь волшебные палочки, которые Дима вырезал. Он их еще, боже, встал в 6 утра, понимаете, вот это вот все резал, обматывал. Они все разные. Кончики опиливал. И такая есть палочка. Понимаете, с насечками. И опаленная. В битвах, видать. И вот такая. И такая. И какая-то такая, побывавшая в многих боях, видать. И даже вот такая, с ворсом единорога. Даже с куском его рога, видать. И такая, и сучковатая, и шишковатая.
кожа интересная. Это вообще какая-то, ох. Постарался. Говорю, вот это надо было, я 2 часа ковырялся. Говорит, ну это же ж интересно. Тут Лида дошаманивает. Лида когда-то работала в конторе, которая занималась этим. Химические опыты, да, которые интересная физика, химия. И все это у нас есть свой портативный человек, который умеет это все делать. Это моя волшебная палочка. Она очень эффективна. Кто? Она, правда, мало что может, но может сделать так. Вот не надо. А куда Марика убежала? Волшебство! Попробуй! Оп! Палочку испугалась. Оп! Пошла пистолет. И все? И не отошла. Я пойду. Извините, так чисто. Люблю целовать детей. Хорошо. Там еще одна палочка идет. Еще одна палочка. Дети, вас еще не пили. У нее есть палочка. Сейчас вам расскажу. Кто-то уже пришел со своей. На факультет поступаете, смотрите на какой. Вы выбираете себе палочку, и мы повязываем ленточку того факультета, на котором вы учитесь. Вы сегодня должны пройти 4 урока. Та команда, которая проходит хорошо урок, уже выигрывает. Получает мы все выиграли. Один кусочек пазла. Кто со мной? Кто плохо делает, тот не получает. Блин, оставили 2 мои любимые палочки. Смотри. С волосами единорога и оленьими рогами. Прекрасно. Теперь вам палочка оленьи рога. У меня вот такая. Лопнуть настоящая. Шарик и посмотреть на какую Леся, у меня будут оленьи рога. А у меня будет хвост единорога. Хвост кобылы. Как? А как хочешь, палочкой можешь поехать. А можно твою палочку? А, видите, волшебная палочка. Все за... А моя палочка рабочая. Увы. Увы, ах. Ножкой можно работать. А Коля, а ты первый был? Рейвен! Иди сюда! Давай, на палочку ленточку надо повесить. У тебя что? Можешь вешать синенькую, держи. Обязательно завяжи узел. Коля, подожди, Настя. Настя в каком факультете? Настя где? Рейвенклуб, Алина, рядом мной! Настя, ленточку. Рейвен, делай уж палочки обратно в коробочку. Да. Вот. Пожалуйста, вешаем. Держит твоему оленю. Гриффиндор. А это вдруг не зайдет на том факультете, чтобы могла перейти. Можно перейти, да? Ну, как всегда, между универами можно топать. Люблю 2 варианта. Только осторожно, тут просто. На 1, 2, 3 кричим 2 этих заклинания. Готовы? Да. А я добавляю, как всегда, камни единорога. Оттуда? Из почек. Из почек? Вчера всю ночь выгоняли их. Готовы. Взмахиваем волшебной палочкой. 1, 2, 3. Рыжбаро! Как-то не вместе. Не вместе, не работает что-то. 1, 2, 3. Рыжбаро! Воу. Как-то медленно. Я думаю, что у вас после... занятие получится лучше. Потрясающе! Не то, что в ТикТоке. Ну, в ТикТоке ничего не работает, а у Лиды все работает. Лид, у меня все работает. Ты круче ТикТока, понимаешь? Это прекрасно. А чего у меня не было? Скажите честно, а у тебя уже... А у него там уже переработало. Вы чистокровная волшебница? Конечно, чистокровная. Запоминаете путь? Да. Да? Пролезла вовнутрь. Переступила. Так, теперь будет очень сложно. Пролезть надо вот здесь. Да. И выйти сюда. Договорились? Да, теперь да. Приготовились там, так. Чтобы не зазвонил колокольчик. Они всегда ждут эти квесты. Мы их, конечно, избаловали. Да. Зазвенел колокольчик! Опа-на! Настенька, ты можешь... Палочку не надо держать в зубах просто. Профессор Макдональдс, вы прям такая строгая. Вот это я поняла, самый опасный колокольчик этот, да? Ну, пролазь уже, пролазь. Давай. Урок бесшумного продвижения. А потому что не это будем, да? Будем так проходить. Тихо. Замок этого. Как это? Это можно? Самый опасный, давай. Конечно. Это типа такие... Огонь, Лера, вообще! Я тоже хочу вас погонять. Последний. Так. Вот это еще раз показывает, что учителя редко умеют то, что ученики. Ну ничего. Редко. Надо уметь научить, Леся, ну что ж ты. Это да.
Не умеешь делать, так ничего. Мария, ты ура, ты прошла обучение. Да, да. Марийкин метод. Зато я прошла. Очень аккуратно. А теперь низко. Нет. Ниже. Вот так, давай, давай, давай. Вся команда прошла. Ура! Есть! Сейчас я подожду профессора следующего. Пока можете между собой, кто первый пройдет, тот и выиграл. Кто сможет повторить успех, а я пойду узнаю, готовы ли мы к следующей локации. Я смогу пройти успех. Профессор, я сейчас вернусь. Приходите, не торопитесь. Скажите, выиграли они или нет. Идет смена локации. Одни убегают. Забираешь вторую группу. Намочить. Просто намочить. Ну, давайте одну бумажку попробуем намочить. Мишанцио! Мишанцио! Крутанцио! Я не помню, какое это было заклинание. Прекрасно. Теперь добавляем, добавляем нашу прекрасную бумажечку. Достаем сразу же. И сейчас с ней что-то происходит. Синенькая. Да, синенькая. А на ней что-то есть? Пока что нет. Нету. Пробуем следующий. Только сразу достаем, потому что... Оп! Пока есть что... такой есть. Знак? Да. Давайте. Есть? Три колечка есть. Нету. Три колечка. А, по-моему, нету. Дальше. Давайте, нету. Давайте. Давай, давайте я. Давай ты. Давай. Раз и сразу доставай. Оп. Нету. Доставай. Есть. Оп. Есть? О, да. Такой есть. Такой же. Есть. Да. Вот он. Ребята, вот. Вот. И. И. Ставим сюда. И. Дальше. Можно? Да, 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 да. Сейчас, можете две сразу бумажки. Гениальная женщина. Вот. В общем, вы поняли, да, как тут все проходит. Они дальше будут искать и узнают, какое слово им нужно для получения нету. Части пазла. Так, Колик. Поехали. Нам нужно найти дюшес, ваниль и хвою. Так. Погнали. Давай. Пау. Плюс. Подожди, подожди. Предположение да, надо ставить, куда мы. Сразу одевай. Это на дюшес похоже. Мне не похоже, сейчас. Похоже на дюшес. Нет, это явно это вообще мимо, не да? участвует. Ну я на всякий случай послушаю, понюхаю, мне тоже интересно. Вот нет, это не участвует, но очень круто пахнет. Ой, духи, кстати, наверное, да, у тебя. Духи. Очень хорошие духи, но это не дюшес. Это лимон какой-то? Лимон, это может быть дюшес. Не-не-не, лимон. Просто тупо лимон, да? Вообще ничем, просто мне кажется... Это вата. Либо коронавирус. Это просто вата. Просто коронавирусный запах. Мне вот это пахнет дюшесом. Вот это дюшесом? Угу. Так, ставим на дюшес. У нас теперь два варианта. Это похоже на ваниль. А вот тоже на дюшес. Да, это ваниль есть. Это хвоя. Ваниль. Это хвоя. Хвоя вот, нашлась. А вот еще все. Нам надо между этими двумя выбрать точно дюшес. Сейчас нос надо понюхать. Это у нас выбрано. Можешь вату понюхать. Коля, иди сюда. Сюда. Коленька, тебе не надо нюхать так часто. Занюхала Колиной головой. Сейчас. Что мы проиграли, Лена смотрит. Мне кажется, что вот это вот дюшес. Вот это? Да. Решаем пример. Четыре звездочки. 9 минус 5. 4. 4. Умножить на 3. 7. Нет, они как-то... На как они? Вот так. 4 на 7, 28? Ни одна группа не справилась, и мы с Леной тоже. Прекрасно. Вот я вам поняли, потом расскажу, и идемте Гриффиндор. Смотри, ну вот так, за мной. Если мы берем вот это за хвою, то у нас все получается. Боже, наши дети, они играют. Они так это все любят, они тут же... У них нет такого, что вот это, ой, что-то придумал. Нет, играть, играть. Раскидали им быстро предлагаемые обстоятельства. Да, все, все поверили, все, они же все в игре. Ну, мы так их и приучили, и мы так же играем. Они же за нами все повторяют. Вот сейчас будет еще два испытания, а потом пойдем на тортик. Уже это такой кайф. Это так хорошо. Мы вообще хотели сделать день родителей с детьми. Но родители сейчас на работе, многие приедут вечером. Мы еще поиграем в выбивного, в мяч. И вообще, я думаю, что будет все сегодня просто очень душевно и хорошо. Шашлыки еще будем жарить. Хороший день рождения. Ну да, нет какого-то развлекательного центра, нету аниматора. Мы сами как аниматоры для своих детей. А мы с вами подглянем торт. Wild Girl, которая любит играть в Wild Craft. И вот такое вот, это настоящее съедобное шоколадное деревья. Шикарное, да? Понаходили же этих персонажей из Wildcraft. Mm-hmm. Очень красиво. Именинницу за ухо возьму. За ухо. В кухню, там, где стоит наш клад.
День рождениус, желаемус, желаемус, загадываемус, желаемус. Настя, загадывай желание, чтобы оно сбылось. Обязательно. Загадали. Загадали? Можно? Подожди. Сейчас будет. Сейчас последние желаемусы летят. И поехали, все взяли палочки, подключились к желаемусу. Happy birthday! Happy birthday to you! Снимай! Happy birthday to you! Happy birthday, Настя! Happy birthday to you! Как тебе торт? Wildcraft. Там написано Wild Girl. Дикая девочка. Мне так нравятся эти деревья. Да, очень. Посмотри, это Wild Club вообще. Это Wild Club. Это за 112 гривен настоящий. Да, а это редкий, это обычный. Обычный легендарный Wild Club. Вот тут. Кто-то там спит. Вот это. А, Мисти, господи, Мисти. Ну, запикаете. Ну, это реальная история жизни. Подходит ко мне студент и говорит: Вселенная, что такое? Вы не можете мне сказать, что происходит? Что происходит? Когда я говорю, все говорят, что непонятно, что я говорю. А я так пересматриваюсь, думаю, блин, надо же ребенку помочь. Говорю: Андрюшенька, ты понимаешь, у тебя во внутреннем монологе все через... А ты попробуй через... И он на меня смотрит, уже думал, умный человек. А второй ко мне говорит: Лариса Олеговна, скажите, а как вы берете исходные события? Я говорю: Владик, ну как? Я открываю телефон, смотрю, сколько стоят детские сапожки, хоп, и события у меня в кармане. Причем мега драматичные. И этот же Владик ушел делать этюд, минут 40 его нет. Я выхожу, говорю: Владик, а ты собираешься заходить и тут показывает? Лариса Олеговна, честно, и клянусь, это все искренне, ребенок говорит, исходное событие еще не пришло. Сапожки, малыш! Еще не пришло исходное событие. В 23-й школе. Это твоя школа, где ты преподаешь, да? Да, Владик, это Карачи. Привет. Твой бывший ученик? Да, это он, исходное событие. Ее... Я думала, это твой ученик не берет исходное событие у Лариса Олеговны. Да что ж такое? Все берет. Жизнь заставит всех брать исходное событие. Это точно. Что, исходник будет мощный у всех. Оленка пришла поздравить. Невестка пришла моя. Все ты, ну витай. Давай. Ну поздравляй. С днем рождения, Бозя. Спасибо. И зайчики маленький. А теперь вы обнимитесь. Взял за руку, гляньте, все, пошел обниматься, дивиться. Все, пошла жара. Мама, смотри, как я умею. Это Колина подружка Оленка, наша соседка, мам, если кто не знает. Смотри, Коль, отойди. Спасибо, Оленка, присоединяйся, сейчас я тебя проведу. Ты сразу солоденьки поисы? Да? Добро, идем тогда со мной. Девочки, а что происходит? Ну, вон и халабуду ходят. Халабуду? Боже, девочки, баба Наташа, это же огонь. Это же надо было сделать вам такую халабуду шикарную. А чтобы вы понимали, мы вот это вот все сами натягивали, сами растягивали. Капец, это вообще огонь. Не, Наташа. Бабушка Наташа перевязывала. Огонь огненный. Не перевязывала прям. Кстати, Никитус, ты мой крестник, если вдруг кто забыл. Похожий на Димку. А там кто-то приехал, мне кажется, это Вера. Привет! Я приехала. Наконец-то. Привет, Натуся. Боже, да веки вона доросла, це ж кошмар. Я в шоці, що ви так виросли. Посмотри, у нас тут холодно. Особенно ти свою бачила давно. Я то бачу кожен день, я так не помічаю. Поля вообще. А Поля, Николай на ней женится, ти знаєш? Я тебе бажаю здоров'я і удачі, і щоб твої мечти збулися. Привіт. Николай женится на Полине. Он сказал, что его не интересует разница в возрасте и росте, он тоже вырастет. Говорю: Коля, она успеет, уже успеет и замуж выйти за твоего, ты вырастешь. Он говорит: ничего, я подожду. Ой, сколько ему уже? Он такой взрослый. 4 будет. Все. Майже все в сборе. Ждем только Диму, Ленку и Кума.
Все. А, да. Я думала, да. Сейчас будут. Да. Боже, какие дети халабуды. Это баба Наташа сделала. А, ничего себе. А ты тут не была? Не. О, сейчас пойдем тебе экскурсию зарублю. Я твоему человеку и зарубила, а я тебе зарублю. Хорошо. А это кому? Тебе. Мне? Ну да. А чего? Ну ты же, это, мама именинница. О, боже, спасибо, спасибо, мне цветы подарили. Мама, ничего себе, серьезно, Дима, она успела. Винкина дочка. Именинница, спасибо. Привет. Тихо! Что ты подержи. Тут? Ты с подарками подержи. Какими-то? Я уже знаю. Подушка, подушка. А что там? Полина пойдет в обморок. Полина пойдет в обморок? Да, потому что она же любит. Ну все. Настя, она посмотри на меня. Леди. Она на меня леди. Лень. Откройте, сейчас Дима заезжать будет. Там Леша еще приехал. Серьезно? Да, Настя, там еще есть кто-то к тебе. Там еще да не все. Еще кто-то приехал. Где там мухи твои? Вот мухи. Что это за мухи? Стандартные, традиционные цветы. Понимаешь, привет. Взрослая девка какая. Привет. Привет. С мининами. Спасибо. Все, теперь у нас все в сборе. Все мы приехали. Мы в Украине или нет? Или это Молдавия где-то? Или это Румыния какая-то? Бегу! Все, теперь приехали все. Понимаете, день рождения ребенка. Куча машин еще одна во дворе. Вот скажи, мы не планировали, по сути, ничего такого масштабного, а доехали все, кто даже не предполагал, не думал, не знал, и все пришли. Пойду здороваться. Да. Я нормально иду. Тут такой длинняка был. Это надо показать, сколько у меня дождевой воды натекло. Слушай, знаешь, старперша, собираю дождевую воду. На тебе зонтичек, чтобы не мог. Все собрались. Лаваши жарятся. Шашлыки, наверное, будут. Несмотря на то, что... Ой, у нас такой дурдом. Малышня тут натоптали все, а Настя хочет ехать в Белую церковь. Мама, нет. Настя, я собрала тебе здесь свитшот, кофту, кофточку, джинсы, носки, белье. Поняла меня? Да. И я тебе сейчас дам обувь. Тетя Наташа со Львова, моя Ната, подарила тебе кое-что. Что? Показать? Показать. А кто? Вот, гляньте, какие офигенные Ната? Кроссовки. А это Ната, это мамина родная сестра. Она живет во Львове. Да. У нее офигенский магазинчик обуви. По очень классным ценам. Очень качественная обувь. Я оставлю ссылку на Нату. Если вдруг забуду, крикните мне. Я в описании постараюсь не забыть. Вот просто я чудесный. Я расскажу. Ты можно? Можно. Тебе нравится? Офигенский. Ну, Анютка с малыми уехали. Погнали. Привези, пожалуйста, ж мне ее в воскресенье. И стойки, вот. Дал бы, хотел дать, так она отвернулась. Ты понимаешь, один, говорит, ты уезжала к подружкам, теперь я еду. А, да? Пока-пока! Все разъехались, девчонок малых отправили, Лида остается у нас, Вера тоже, они уезжают в 6 утра, потому что у Димы съемки, все разъезжаются по работам. Как вообще все сюда добрались? За эти 90 с чем-то километров вот такими вот дорогами Пемира? Как они приехали и как это все сложилось, я до сих пор не понимаю. Но день рождения состоялся, Настя абсолютно счастлива, довольна. И слава богу, главное сейчас всех уложить и самой лечь. А подарки мы уже разберем с Настей, когда она приедет из Белки. Я хотела просто все показать, но поняла, что в этой суете это просто невозможно. Конечно, в городе проще, когда ты в какой-то центр пришел, там аниматоры бегают, ты просто как свадебная мама. Вот это вот это, вот это кушать это, а когда ты все это быстренько рубаешь с 7 утра, быстренько все это накрываешь, быстро моешь, быстро меняешь, сюда-сюда и с гостями, то как-то даже что-то коряво сняла вам, как вы смели заметить. Но... В общем, я очень довольна. Это хорошо. Какой будет Колин праздник, ну, тоже жизнь покажет. Но, как оказывается, семейные праздники очень даже неплохие. Сейчас думаю, а надо ли было столько лет баловать? Можно было сразу в семейные праздники. Все. Я спать уставшая, как собачулина. Честно, спина болит жутко.
Хочется просто лечь и отдохнуть. Завтра у нас целый день дождь. У меня будет время с вами поговорить. Спасибо большое за поздравление. Насте все передам. Все дам почитать. До новых встреч.